Трактор Жохн Дири 8320R. Жохн Дири 8320R – многоцелевой трактор американского производства, разработанный с учетом передовых норм и стандартов. Несмотря на появление модели в 2010 году, машина актуальна до сих пор во многом благодаря высокой мощности и доступной стоимости, сбалансированным характеристикам и отличной ремонтопригодности, несмотря на обилие электронных механизмов и искусственного интеллекта. Машина выглядит стильно и внушительно, впрочем, как и подобает остальным моделям Жохн Дири. Трактор получил высокую производительность, а универсальность машины заключается в поддержке множества навесных опций, предназначенных для выполнения операций в различных отраслях. John Deere 8320R – передовой трактор с оптимальными характеристиками и инновационными решениями. Основная сфера использования машины – это сельскохозяйственная область. При установке определенного оборудования трактор способен выполнять все виды сельхозоперации, включая окучивание, барнование, вспашку, культивирование, скашивание и другие способы предпосевной подготовки почвы. В том числе, машине подвластна обработка как мягкого, так и твердого целинного грунта. Более того, потенциал трактора можно раскрыть при погрузочных и разгрузочных операциях, а также задачах, связанных с перемещением грузов на большие расстояния. Техника заслужила высокий уровень доверия не только в операциях государственной важности, но и пользуется стабильным спросом у коммерческих структур, бизнесменов и предпринимателей, которые успешно зарабатывают на аренде машин такого уровня. Технические характеристики Жохн Дири 8320R, разработчик Жохн Дири. Двигатель Жохн Дири Повертец ХСС, дизельный, шестицилиндровый, с турбонаддувом и жидкостным охлаждением. Мощность мотора 320 лошадиных сил. Вместимость топливного бака 719 л. Тип навески – трехточечная навеска. Грузоподъемность навески 11,7 тонны. Трансмиссия Full Power Shift с 16 передними и 4 задними передачами. Размеры передних колес 380-80R38. Размеры задних колес 480-80R50. Объем колесной базы 3050 мм. Клиренс 500 мм. Размеры трактора мм. Длина 6220, ширина 3480, высота 3280. Масса 14,8 тонн. Особенности устройства и эксплуатации. John Deere 8320R – универсальный пропашный трактор, спроектированный опытными американскими инженерами. Без всякого сомнения, техника соответствует действующим стандартам и инновационным сельскохозяйственным технологиям. В этом можно убедиться, судя по успешным заводским испытаниям, а также положительным отзывам большинства реальных пользователей. Достоинств у трактора немало, и выделим базовые преимущества – высокое качество изготовления и безупречная сборка. Компьютерное управление важными узлами трактора, включая турбонаддув, топливную систему Цаммон Раил, коробку передач и бортовую гидросистему с консольным монитором Цаммандарм. Просторная кабина с панорамной круговой обзорностью, комфортабельным салоном с кондиционером и эргономичным кнопочным управлением. Возможность агрегатирования с фирменным рабочим оборудованием, а также широкозахватными машинами от сторонних производителей. Несмотря на принадлежность к тяжелому классу и учитывая грузоподъемность свыше 10 тонн, трактор Жохн Дири 8320R обладает сравнительно компактными размерами и небольшой массой. Безусловно, это положительно сказалось на маневренности и разгонных возможностях техники. Силовой агрегат трактора в максимальном режиме, с включенной турбиной, развивает около 320 лошадиных сил, а крутящий момент составляет 1500 Нм. В качестве трансмиссии выступает 20-ступенчатая КПП Power Shift, у которой 16 скоростей отвечают за передний ход, тогда как остальные 4 скорости заведуют задним ходом. Максимальная скорость составляет 42 км/ч. Трансмиссия работает плавно, без задержек и подергиваний при переходе на следующую или пониженную скорость. Встроенная силовая передача трактора приводит в действие независимый мультирежимный вал отбора мощности, который имеет два режима работы 500 и 1000 обмин. В максимальном режиме вала можно активировать большой ассортимент подвесных опций. Полноприводные шасси – неотъемлемый компонент трактора John Deere 8320R, улучшающий его способности на бездорожье. Сюда еще добавим блокировку межосевого дифференциала, высокие клиренсы и большие колеса, позволяющие на 100 раскрыть потенциал шасси трактора. Объем колесной базы в 3050 мм и шарнирная подвеска позволили добиться лучшей курсовой устойчивости, что особенно заметно при буксировке тяжелых прицепов или во время движения в междурядьях. Блокирующий дифференциал встроен в передний и задний привод. Клиренс составляет 5090 мм, а радиус разворота трактора достигает 6900 мм. Регулируемый гидронас из гидравлической системы наделен высокой пропускной способностью, что позволяет оснащать трактор самыми сложными навесными приспособлениями, а также дать
дает возможность одновременно управлять передним и задним подвесным оборудованием. При этом само оборудование работает от собственного гидромотора, что вдвойне повышает запас производительности. Неотъемлемый компонент гидравлики – программируемый распределитель с 6 секциями. Грузоподъемность для переднего навесного орудия категории E составляет 5900 кг. Салон трактора John Deere 8320R заслуживает отдельного внимания, в нем сосредоточен, по сути, центральный пульт управления, вместе с кнопками, рычагами и переключателями, каждый из которых расположен в удобном и эргономичном месте. Например, на боковой подлокотник вынесены основные элементы управления рабочими органами трактора. На центральном сенсорном дисплее отображается информация о состоянии подвижных частей машины, а именно заднего и переднего навесного орудий. Кроме того, монитор считывает и выводит показания с датчиков и контрольно-измерительных приборов, которые определяют координаты расположения навесного орудия, а также степень его загрузки. В случае превышения загрузки сработает ограничитель. При обнаружении какой-либо неполадки компьютер сам устранит проблему, либо выдаст звуковой сигнал. Таким образом, водитель всегда будет в курсе всех событий, происходящих с трактором. Возможность регулировки водительского сиденья и рулевой колонки в широком диапазоне, а также наличие системы кондиционирования и отопления – все это повышает удобство и комфорт и делает трактор еще более адаптированным к различным суровым полевым условиям. Всем удачи!